Дорогие друзья, всем привет! Сегодня обзор покупок для дома, для семьи и для себя любимой. Итак, Фаберлик. Что же я себе купила? Ну, во-первых, для дома, для мытья посуды вот такой вот замечательный гель. Это концентрированное средство для мытья посуды. Красный грейпфрут, новинка. Приятный запах грейпфрута. Кстати говоря, на мой взгляд, это самый лучший из запахов на аналогичные средства. Эффективен против особо сильных, стойких и жировых загрязнений. Подходит для мытья детской посуды. Ну и, как всегда, Фаберлик. Все эти средства не предназначены для использования в посудомоечных машинах. Вот значок «Растительное сырье», «Безопасен для человека», «Биоразлагаемо», объем 500 миллилитров. Этот раз цена на это средство самая низкая по сравнению со всеми. Обычно 149 рублей, а сегодня всего-навсего 119 рублей. Впервые решил попробовать взять вот такую вот туалетную воду по советам девчат. Что я хочу сказать? В принципе, она мне понравилась. Она понравилась и мне, и моей маме. Запах такой приятный, свежий, как я люблю. Называется Нерли. Сейчас покажу, как выглядит сам флакон. Флакон вот так вот выглядит. Очень приятный, нежный запах. Вот прям летний, супер. Но он, как и все запахи из недорогих Фаберлик, не очень устойчивый. И опять-таки была очень большая скидка на эту туалетную воду. Обычно ее продают за 550, 450, там якобы цена ее настоящая 900 рублей, а мне всего за 360 рублей она обошлась. Да что же не взять за 360 рублей-то? И Саше она тоже понравилась, что тоже очень важно. Также на больших скидках был шикарный крем для рук «Жидкая перчатка». Это очень классный крем, я его полюбила всеми фибрами души. Классный крем, здесь 60 миллилитров. Этот раз этот крем мне достался всего-навсего за 99 рублей. Это низкая цена, обычно его продают в пределах 200 рублей. Как-то была на него скидка 139 рублей, а это вообще за 99 рублей. Классный крем для рук, просто шикарный, я его обожаю. И поэтому взяла два, потому что очень низкая цена. За 87 рублей мне досталась такая замечательная зубная паста, отбеливающая, концентрированная. Я взяла сразу две, потому что 87 рублей – это самая низкая цена. Обычно скидки бывают, допустим, 100 рублей на нее, а так она 129, 139, 159 бывает. Ну и также еще вот такая вот профилактическая зубная паста, такая же низкая цена. Пользуемся с удовольствием всей семьей. Илье в город отправляю. Нам очень нравится. Всего-навсего за рубль мне достался в качестве подарка вот такое замечательное жидкое мыло киви авокадо. Витаминное жидкое мыло. Запах просто потрясающий. Вот пахнет киви авокадо. Ну вот такой нежный, приятный запах. И вообще жидкое мыло для рук от производителя Фаберлик просто шикарное. Нравится всем нам. Пользуемся с огромным удовольствием, поэтому заказала еще сейчас вот на лето, начну им пользоваться, вот такое вот жидкое мыло про руки, увлажняющее, смягчающее, алоэ вера, аллантоин и депантенол. Очень нежный запах алоэ, приятный запах, а самое главное, это жидкое мыло, это крем-мыло, почти как крем-мыло работает, хорошее средство. Мне очень нравится, и досталось оно мне всего 103 рубля. 103 рубля, а обычная цена 130 рублей. А обычная цена жидкого витаминного мыла 119 рублей. А мне вот всего-навсего так вот досталось. Также заказала этот раз за 160 рублей такая вот замечательная тушь. Мне она очень понравилась. Черная, хорошая. Кисточка прекрасная. Вот. Классная тушь. Прям я осталась очень довольна. И цена хорошая. Вот такая вот замечательная тушь. Ну и еще одна интересная покупка. Вы знаете, что я иногда покупаю в Фаберлик белье, нижнее белье, одежду какую-то. И вот решила заказать трусишки. У меня бюстгальтер подобного рода есть.
Ну, кстати, хочу сказать, вот их-то я заказала не по очень выгодной цене. В следующем каталоге он стоил они стоили чуть ли не на 150 рублей дешевле. Поэтому нужно хорошо знать цены и представлять себе, насколько может быть большой скидка. Вот, хоть я год уже практически нахожусь в компании Faberlic, но еще особо в ценах я не разбираюсь до конца. Вот. Купила их я за 550 рублей. А в следующем каталоге видела его чуть ли не 399, 400 или 50 рублей. Ну, что-то такое. Я просто вот ахнула, думаю, ну, ничего себе. Ну, неважно. Дело в том, что, в принципе, белье в фирме Faberlic мне очень нравится. Носится долго, садится хорошо. Эти вот трусишки такие утягивающие, подтягивающие, но одновременно и легкие. Они состоят, как бы, составляющая у них вот такая двойная. Сеточка вот такая вот есть. Вот, вот она именно как раз и работает, как утяжка. И вот кружево тоже стрейч. Вот, то есть хорошее качество. Имеются вот такие вот по бокам полоски, расположенные на бедрах, которые вот помогают также вот корректировать фигуру. Так что буду носить. Сегодня, в принципе, это все мои покупки. Я осталась очень довольна и счастлива. Дорогие друзья, если вам понравилось, ставьте лайки. До новых встреч. Всем пока-пока.